никогда не видела дедушку? Нет, никогда. А он меня? И он тебя тоже не видел. Жалко. Да, жалко. Вы бы с ним подружились. И рисовать бы он тебя научил. Мам, а где он сейчас? Понимаешь, художник живет в своих картинах. Ну, во всех. И в этих тоже? И в этих тоже. Ксюша. Дедушка. Ксюша. На, помоги мне. Мам, знаешь, я бы все свои рисунки отдала бы за одну картину дедушке. Еще бы. Вот если бы он передал тебе свой дар. А что такое дар? Дар – это талант. А талант? А талант, ну, это то, без чего не бывает художника. Какой такой талант? Какой такой дар? Вот, послушай. От вашей музыки у нас у всех голова разболелась. Вы зачем столько картинок навезли? Что, вам больше делать нечего? Небось, гвозди молотком прибиваете. Надо сначала дрелью, потом пробки деревянные. А ты кто? Я? Люба. Минка, не уходи, сейчас прыгать будем. Опилка? Не трогай. Это не копилка, это дедушкина шкатулка. Она не открывается, у нее ключик потерялся. А это что за страхолюды? Это не страхолюды, это дедушка нарисовал. Тебе не нравится? Нравится, не нравится. Такого не бывает. Таких не бывает.
чепуха и ерунда. Это что еще дороже? На кого они похожи? Нет, таких и быть не может никогда. Ну и смеху помету, это все мартышкин труд. Не партийное отлучище, и я могу еще почище. И я таких вам сразу тыщу, нарисую 5 минут. Фирма? Это все для дурачков, это видно без очков. Правды нету здесь ни крошки, это только понарошки. Это только понарошки, не обманите меня! Здравствуй. Да, здравствуй. 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 Здрасте. Мы тебя знаем. Ты Ксюша. А дедушку моего вы тоже знаете? Конечно, знаем. Хочешь к нему? Садись, поехали. Поехали. Ты послушай, где-то тоненькая дудочка играет. Чей-то голос напевает незнакомые слова. Кто-то с лету потускневшие предметы протирает. Пыль слетает и сквозь землю прорастает. Изумрудная волшебная трава. Это сказка, а за сказкой далеко ходить не надо. Сказка рядом, то за дверью, то в распахнутом окне. Ты поверьте, не спугни её, шагни её с порога. Там за дверью только небо и дорога, и веселые мурашки по спине. Здравствуй, Ксюша. Здрасте. Дедушка, это ты? Я? А это все ты нарисовал? Когда-то нарисовал. А теперь здесь живу и рисую. Дедушка, а ты меня научишь рисовать? Конечно. Пойдем.
А у нас дома тоже такая есть, только она не открывается. Рисуй. Самое главное, рисуй то, что тебе интересно, что ты очень любишь или очень не любишь. А что? Ну, сначала можно что-нибудь попроще. Бабочку? Ты думаешь, это просто? Такого трудного. Раз, два, три. Вот и все. Такая, значит. Ну, пойдем, посмотрим. Все просто. Вот это бумага, а вот карандаш на столе, а линия будто дорога бежит и бежит по земле. Да только придется измерить шага всю землю кругом, чтоб линии этой все просто. Вот это палитра, вот краски, а это холсты. И кто-нибудь скажет нехитро, я тоже сумею, как ты. И станет